О, просто смотрите, удочку как загинает. Его поднять не могу. Это был крутой. Такие вы смешные. Вот такой вот чум. Очень красивый карпик. Мы не поднимем. Здорово, народ, это видеоблог «Две хаски». Я вам недавно рассказывал, что у нас будут обзоры платных рыбалок и рыболовных баз. И сегодня мы с Максом приехали на одну платную рыбалочку недалеко от Чехова. Привет. Народ пока нет. Может быть, люди испугались дождя, но нам он не страшен. По рыбе тут все стандартно. Карп, форель, сом, щука. И вот сказали, есть толстолобик. Ну, мы будем ловить, наверное, самую простую. Платву. Карасика. Карасика. В общем, ребят, смотрите, будет интересно. Погнали. Такие беседки тут. Мангальчики, смотрите, прям с навесиком, все как надо. Все клево. Такая беседочка. Рыбка гуляет, прям видно, прям она здесь, ее много. Это не мертвый пруд, как я чувствую, потому что ну, прям видно, она прям ходит везде сейчас, и везде какие-то крупные всплески. Ох, там прыгает, как он красиво, ребят. Ах, я думаю, это будет клевая рыбалка. У меня галочка именно ловить на бандюэль. Ох, класс получился. Ну, прикормка офигенная получилась, честно, я могу сказать. Фруктовая такая, клубничная. Бомба и кукурузочка прям, как надо. Можно, конечно, было взять беседку, но смысл ее брать, когда можно поставить палочку. Будем сидеть, если будет даже сильный дождь. Будем ловить на поплавочек, прям кайф, короче. Наверное, закидушечку поставим, да, одну. На глубину. Далеко кидать не надо, да? Я думаю, не надо. Второй сразу боится. У тебя это поклёвка была. Да. Да, есть. Есть, есть. Даже не поднимается. А подашь? Прикольный. Прикольный. Сейчас, сейчас. Опа. Фу. Первая рыба. Такой вот. Красавчик. Красивый. Клевка такая была. Даже колокольчик не прозвенел. Хочется на поплавок поймать. Ух ты! Просрал, да? Блин! Какая поклевка была, видал? Блин, так повел, ребят! Вот ради этого я приехал. Половить карпа на поплавок, на самом деле. Фу, на поплавочек, конечно, круто. Так, я еще прикормил. Только приехали, вот, забросили сразу поклевка. Класс вообще. Да, есть. Да, слушай, на поплавочку вообще приятно. Тихо, тихо, сейчас, подожди. Я его успокою.
Опа! Красавчик. Приятный парень. Идет в садочек. Кукурузку прямо из прикормки беру, которую Бондюэль замешивал. Ни хрена. Ты видал это? Сход, блин. Ё-моё, обидно-то как. А ну чё клевал-то? Такая рыба была, видал? Ё-моё, Макс. Ух ты! Да. Вот это боец, слушай. Вот это пока. Они прям вот такие чук-чук-чук-чук, как карась клюет. Очень аккуратно. Зеркальный карпик. Опа! Слушай, я не знаю, что у тебя не клюет. Ну сразу клюет, чувак. Я только закинул. Вообще! Просто как плотвичка. Не, повел. Это прикольно. Вот эти бойки такие. Давай. Опа. Не, нету. Ой, маленький такой, прикольный. Блин, как реально. Такой приятный. Круг. Они жирные, смотрите. Прям мясистые. Они хоть и маленькие, они прям упитанные. Такие сильные. То есть рыба тут не какая-то, знаете, вот смотришь на нее, она какая-то вся грустная. Реально мясистые карпики. Опа. На персочке прям посижу сейчас. Ух ты, ёптить. Обрыв, что ли? Обрыв. Блин, слушай, рыба такая была лютая. Сынок, ты просто не умеешь ловить. Я шучу. Слушай, ну поклевка просто микро. Опа. Опа, есть. Тяжелый. Карпушка. Карпушка. Слышь, ну он под кило. Если не больше. О. О. Ну, мальчик. Оп. Оп. Я даже удочку опускать не успеваю. Вот это рыба. Вот это прикольная. Не могу поднять даже. Блин, они такие бойкие, ребят.
О, просто смотрите, удочку как загинает на поплывочек-то. А, вот это кайф. Вот это просто кайф. Так, карпушечку. Маленькие, конечно, но бойкие, они прям... Маленькие, да, поклевки. Не, ну как, он чуть-чуть приподнял. Просто приподнял, чувак. Я подсек. Очень интересно его тут ловить. Крючок поставил. Вот эти детские вот эти крючки убрал. И реализация пока 100%. Ну такой. Фу. Класс. Ой, Максик поймал. Что там, монстр? О, опять негр. Сам? Давай. А донки молчат, да? Я его поднять не могу. О! Помоги. Пен, подожди. Он мощный. Ух. Надо закормить. Вот этот прикольный, да. Да. Все. Опа! Кайфовый. Вот это... Витрина, да? Да. На удочку это было просто нереально. Я снимал. Красавец. Я снимал. Ребята. Вот это. Все, трофейный. Офигенный, слушай. О, сразу клюет. Я даже... Опять какая-то хрень. Не, маленький. Головой мотает. Сошел. Что, пора в сборную ехать. На платную рыбалку, да. Чесночочек-то работает, ребят. Или просто рыбалка здесь такая, что клюет. Ну, смотрите, вот донки, да, стоят вот. И нифига, ребят. А вон прикормили хорошенечко так. Может быть, конечно, донки можно прикормить, и он туда будет. С ними надо, конечно, работать так, просто они не должны стоять. И у меня клюет. Да, ну я его, наверное, не знаю, что делать с ними. Ни хрена, смотри, он у тебя
жирный, он как широкий. Не? Та-та-ра-та-ра-тан. Да-да-да. О! Сработочка. Работает палочка. На крепость проверяем. Нормально. Нормально она тащит. На червячку. Ни хрена! Дай ему хлебнуть. Подожди, подними. Я поднял. Подожди. Слушай, это вообще монстр. Это огромный. Подожди, подожди. Давай, давай, скажешь, когда. Да, да, да. Ай! Ушел. Там килограмм 5, наверное, было. Я не знаю. Блин! На червячка. Блин, слушай, это был. Это был крутой. Это был реально килограмм. О! Он же сидит, да? Блин, клевый был зеркальный. Да офигенно. Он, может, этим перерубил. Сейчас подойду к ровным пацанам на районе, спрошу, как у них клюет, не клюет. Ребят, клюет чем-нибудь? Что-нибудь клюет, нет? Какие головы? Ну вот, мне. Клюет, нет? Молчат. Видимо, клюет. Не говорят. Такие они подозрительные. Такие вот вигвамчики. Их можно тоже снять. И там сидеть. Прикольное сооружение такое. Опа! Я в вигваме. Стол, как во всех вигвамах стоит. Тут можно сидеть. Там донышки стоят у тебя. Ну так, да, прикольно. Даже свет есть, кстати, нифига. Макс все горюет по утраченному. Ну, может, даже пятерка была. Слушайте, ребят, мы сейчас пересматривали видос, там монстр какой-то. Такой тут магазинчик. Весы. Удочки на прокат. На решетке. Все есть. О, ведро прикормочное, офигенное. Даже бур есть. Если надо приехать зимой. Ну, вот, в принципе, так вот. Такое тут. Если что-то вдруг забыли, вон народ ловит. Дунаев фидер, Дунаев лещ. Так что неплохо. Че, магазинчик такой приятный. Ну что, друзья, у нас сейчас будет мини-обзор по экопарку. Еду в гости. Ой, я вижу уже крутую штуку. Вот здесь вот смотрите. Катается на. Спрягайся, что ты? Ты же у нас. Нет, это. Это хаски. Наши новые сани для зимней рыбалки. Юрцовские побольше, и мои, как обычно, поменьше. Как раз палаточка, все ляжет. Такой вот верблюд. Верблюд, ребят. Просто в Московской области, в Чехове верблюд. Ну, корова есть. Слушайте, ребята, мы нашли их. Подруги.
Ой, привет, собака. Привет. Ты такая клевая? О, ты такая клевая. Ты такая... Ты моя собака. Ты моя собака, да. Ты моя... О, вот это вообще. А, красавица. Ты такая прям веселая. То можно это, как его... погулять, да, с ними? То есть, да, вечером. Вечером, да, можно с ними гулять. То есть можно взять на прогулку и с ними погулять по парку. Дети мои! Кусают сразу. Кусают, да? Такие вы смешные! Собаки! Хасочки. Тут 4 хаски. Сейчас тебя тоже поглажу. Тебя все дружелюбные такие, прикольные. Сейчас тебя тоже поглажу. Да ладно, они крутые. Крутые какие. О, я понял, ты очень любишь. И ты, да? Ты тоже хороший. Ты тоже хороший. Понюхай, понюхай. Да, собака какая красивая. Давай я тебя почешу. Давай я тебя почешу. Давай я тебя почешу тоже. О. Да, давай, почешу тебя. Ну вот эти вообще маленькие, ах ты волчара прям. Да-да-да, кусаешь меня сразу, да? Нет, не кусаешь. Так что да, вот с детьми здесь, конечно, круто приехать. Опа, ты вышел ко мне, ты вышел ко мне. О, Макс, забирай. Подожди. Вот это я. Собаки. Наша крыша. Крутые. О, тупит один. Иди ешь. Это Юрец. Не той стороной. Это что за яйцо такое? Это гусиное. Это гуси такие. Они очень классные, гусиные. Прикольно. Тост. Вот курочки молоденькие. А это вы завтрак в этот в харчевню, да, или просто? Ну там? Да, если заказывают завтрак, значит, мы готовим домашние. Нормально. А там, да, у вас курица? Пойдемте, курица. Пойдем смотреть курицу. Что, как в деревню приехал кому-то в гости. Я реально еду в гости. Опа, нифига тут. А вот это знаете что? А, нет. Это Биг 6. Биг 6? Индюки. Они вырастают до 30 килограмм. Нифига себе. Цыплята, да, получается? Да, это еще сколько? А вы их тоже потом можете... Месяц. Они, да, они будут у нас в харчевне. Потом они будут. Вкусные. Блин, теперь мне их жалко. Ну, утки, видимо, поняли, что как рыбаки, не надо ехать. Дождик. Утки там спрятались. Ну ладно, ничего страшного. У них тут вообще цивильненько. Ладно. Сейчас. Ребят, сейчас еще идем, тут есть ресторан. Мы же обзор делаем рыбалки. Обзор. Мы делаем обзор полностью платной рыбалки. Как бы вот, ресторанчик тут есть. Изба. Вон, Макс приехал назад 4. Не, вот. Ой, вот. Ага, спасибо. Так, тут вот. Здрасте. Я тут в сапогах грязных, конечно, это ничего так. Короче, тут есть второй этаж. Мы сейчас поднимаемся на второй этаж. Да, у нас и тут... А, слушайте, тут прям вообще банкетный зал. Банкетный зал, вот еще один зал. Ну, прикольный. Да, у нас праздник дня рождения, свадьба сейчас. А сколько мест у вас? 50 человек. На 50 человек, да? У нас еще... Так. Тут сессии проходят. У нас есть национальные одежды. А, прикольно. Прикольно. С хасками фотографировались на санях. О, и с... Есть бурка. Подожди. Так. Да, здесь у нас мастер-классы. Детей можно приводить сюда и оставлять. Да. Поделки, поделки, видите, можно просто провести мастер-класс с детьми и завлечь их, если. Ага, круто. Да. Ну прикольно, слушайте, тут прямо. Игры у нас лазертаг, пинбол. А, это тоже, да, у вас? Звука, есть и... А пинбол здесь тоже есть? Да. Я тут живу в Чехове, я вас не знаю. Ребят, узнали, то, что это не вигвам, это чум. Вот так он выглядит. Он здесь есть большой еще. Один маленький внизу, а это второй большой. Вот такой вот чум. Слушайте. Тут огромная печь.
Прикольно. Прикольно. Выходим из чума. Такие, оп. Тут мангальчик тоже, можно тут затусить. Оп, сразу, да? Ну, нормальное такое количество людей можно сразу. Сразу всем, кому курицу, там мясо, сосиски, что-то жарят. Тут где-то еще лама бегает. Мы ее пока не можем найти, с баранами она где-то... Наверное, от дождя спрятали. Да. Они просто гуляют вот по парку, как бы сами такие вот. Куда хотят, туда идут. Тоже прикольно. А тут еще новая фишка появилась. Вот кто отмечает дни рождения, свадьбы, можно взять и посадить здесь дерево. Ты приезжаете, привозите с собой черенок, берете лопату, копаете ямку, сажаете и прям цепляют табличку. Да? Да, кто было... посадил? Буду цеплять, по какой причине посадил, кто посадил и за что посадили. А вы приедете, да. А вот дома, которые можно снять, как я понял. То есть у каждого тут мангал, свой собственный домик. Честно, ну в дома не пойдем, я думаю, там все стандартно. И домик еще есть вон там. Что-то нормально. А, нет. А подашь подсачку? А, ну давай. Прикольно. Опа. Опа. Очередной. Кстати, это другой какой-то карп. Вот тот мой такой же был крупный. Вот он. Паренек. О, Макс клюет. Оп. Ну что там? Берег. Переборщил, видимо. Такой бойкий. Опа. Ё-моё, вообще просто. Ну и тоже нормальный такой. Смотри, он не учится с этим. Вверх как-то. Хвост. О, прикольный. Красивый. Да, у него здесь такой. Да, да, да. Режет леску часто им. О! Просто, да? Не так, не у меня, так у тебя. Вот такая рыбалка. Ну сейчас я сюда выведу. Блин, какой он. Смотри, какой он жирный. Смотри, какой прикольный. Он круглый и толстый. Обалденный, этот клевый.
Смотри, ребят, смотрите, какой прикольный. Сейчас я вам покажу. Как в мультиках, да, рыбы какая-то? Да, да, да. Слушайте, очень красивый. Очень красивый карпик. Он, во-первых, очень жирный какой-то, да? Просто смотрите, какое пузо. Очень бойкий, очень крутой был. Я сначала подумал, что это очень серьезная рыба, но он быстро, конечно, сдался. Но прикольный, красивый, красивый карпик. Все, волевым решением начали собираться. Конечно, тут это, залетали сейчас такие нормальные. Да, было три обрыва, да? Три обрыва, да. И что-то это... Фух, что-то не вытащили. Но один прям очень хорошенький был. И другие тоже бойкие были, даже не подняли их. То есть рыба от 3 килограмм в водоеме присутствует. На донке она не берет. Я вот сейчас донку эту кинул, прям вот где мы все это время ловили на поплавки. И вам была поклевка. Нет, или мне уже кажется. Короче, все это время ловили. Вот там стоят сейчас два червя и кукуруза. Вон даже на пар еще поймали на поплавок. А на донку не берет. Ну, я как и говорю, возможно, грубая снасть. Ей не нравится. Давайте сейчас подам. Ты будешь тащить, а я снизу. А, давай. Можно поехать зарыблять в водоем чужой. Пожалуй, отпустим. Ой-ой-ой. Давай я тебе вот там оттуда тоже встану. Стой, 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 стой. Так, так, аккуратно, за кольца. За кольца, за кольца, за кольца. Мы не поднимем, наверное. Подожди. Подожди. Охренеть. Я держу. Я не могу понять. У нас для этого есть тележка. Давай сюда. Давай по-быренькому. Ёптись. Вон, смотри, мой красавчик лежит. Здорово. Да. Вот смотри, Леша. Держи, встань. Давай. Можно я его смотрю? Да. А то, блядь. Две лиси поедет, да? Да, телегу. Да. Руками пришел. Нет, ты рядом. Не, с... все, да, ты. Рядом, конечно. Ни хрена же. Внимание, давай. 35 так и есть. Я тоже, как кто сказал, 35. 30. И вот сюда весочка. Это еще два. С крючками. 30, 38. 200. Вот так, вот. Все. 6 килограмм, блин. Да мы еще отпускали там уже, да. 5, наверное. Ребята, у меня, короче, небольшое ЧП произошло. Последний там кусочек видео, он не записался. Я его почему-то поставил в режим слоумо, и запись такая... И нету голоса. Короче, косяк. Все ссылочки на этот рыболовный платник мы оставим в описании. Телефоны, все-все-все можете там посмотреть. У них также есть группа ВКонтакте, вы можете зайти, посмотреть и позвонить, даже если телефоны, я тоже все это оставлю. В общем, да, рыбалка получилась прикольная. Я бы сюда вот с семьей бы приехал, наверное, отдохнул. Все очень чисто, как-то все облагорожено. Есть и детей куда пристроить. За водоемом следят. Рыбу, которую поймаешь, ее взвешивают, ее записывают и, ну, восполняют ее в водоеме. Поэтому рыба, ну, действительно много, она клюет. Ну и Макс хотел сказать два слова. По результатам проверки канал Бихаски поставил больше плюсов, чем минусов. Так что езжайте в гости, к еду в гости. Так что, ребят, в общем, делайте как мы, а лучше. Лучше. Пока. Пока.